Лучшие каникулы в таборе. Как и многие женщины-цыганки, Мэри впервые отправится за границу на свой медовый месяц. Но у мужчин-цыган больше свободы, и они едут за границу как за работой, так и за удовольствиями. Смотри на изгородь, ее надо подровнять. Вижу. Цыгане-близнецы Билл и Джо вскоре отправятся на каникулы на испанский остров Тенерифе. Они заработали деньги садоводством. Каждое утро мы уходим на работу в 6 утра и работаем в саду. И по выходным тоже. Да, мы так живем. Живем, чтобы работать. Как женщины-цыганки, которые целыми днями убирают дом. Иногда до часу ночи, а мы работаем. Им почти по 25, и скоро нужно будет жениться. Но отдых — это последняя возможность наслаждаться свободой. Я бы хотел поехать на отдых. Один из нас скоро женится. Мы едем в отпуск, развлекаться, общаться с девочками. Нужно нагуляться, прежде чем жениться, ведь брак — это нечто особенное. Приятных выходных, удачи. По 50 фунтов на каждого, а работа на 20 минут. Это лишь малая часть денег. У меня будет еще все мои евро. Обменяв усердно заработанные фунты на иностранную валюту, у меня 2000 евро. Близнецы пакуют чемоданы в доме, который делят с любимой бабушкой Фиби. Чай готов, мальчики. Тропическое масло для загара. Масло. Теперь увлажняющий гель. Тебе это не понадобится. Я дам тебе вот это. Лучше, когда они ездят по отдельности. Билл едет сам по себе, Джо сам по себе, тогда я спокойна. А когда они вместе, можно ожидать чего угодно. А вот это я. А я выгляжу красивее тебя. Да, точно. Это важные бумажки. Ему я их не доверю, потому что он оставляет все в автобусах, поездах, самолетах. Ручная кладь будет у меня. Итак, паспорта на месте, можно ехать. Согласно строгим правилам общины, девушки-цыганки – это запретный плод для парней до свадьбы. Но за границей Билл и Джо планируют наслаждаться компанией девушек не цыганок, которых вообще не называют гаджо. Да, девушки гаджо, что надо. Просыпаешься утром, какая-то девушка, которую ты практически не знаешь, миленькая, готовит себе завтрак, а потом уезжает из отеля, говорит: «Пока, парни, я отлично провела ночь, увидимся». Не нужно их выгонять, они сами знают, что к чему. Увидимся, и все. А с цыганками это не пройдет, просто так с ними такое делать нельзя. А я бы и не стал. Это как черные и белые, цыганка и гаджо. Так что едем на Тенерифе. Надеюсь, они не наплодят там детишек. Лучшие каникулы в таборе.